В школах Северского района прошли торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний. На одной из них, в школе номер 44 станицы Северской, побывала и наша съемочная группа. Также на празднике присутствовали почетные гости из администрации поселения и района. Вам доверяют с сегодняшнего дня самое ценное – жизнь и благополучие наших детей. Берегите их, чтобы через 11 лет они уже взрослые, стойкие, познав весь мир, готовы войти в взрослую жизнь, на этом же месте все встретились. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Елена Некрасова передала ребятам не только поздравления от губернатора Кубани, но и подарок – цветной принтер. Еще одним приятным сюрпризом для учеников стал отремонтированный к новому учебному году пищеблок. 1 сентября – особенно волнительный день для первоклассников, ведь для них это первый день новой школьной жизни. На уроках спать не буду, буду я старательным и начальником большим стану обязательно. После традиционного первого звонка ребята отправились на урок, который был посвящен году науки и технологий в России. Глава района Адам Джарим посетил два урока у 1 и 11 классов, где сказал ребятам напутственные слова.